с нашим проектом освещаем первый. У нас сам начальник. Работкинский колледж наш. В Англии, когда была королевская выставка, я был лет 25 назад, у них шары высокие. И там номер один, скот, номер два, какой-то, можно начать, вот фирма, класс, все уже видят. Если станешь бабушкой, сам ты будешь матушкой, для меня ты будешь матушкой. Здравствуйте, рад вас видеть. Олег Павлович, крестьянский фермерский хозяйств, свою натуральную продукцию вам в подарок. Еще корзиночки сюда, пожалуйста. Все, забирай. Еще сюда, пожалуйста. Все натуральное, экологически чистое. Бери. Институт федеральных программ, который у нас 13 год. Начинающие фермеры, семейные животноводческие фермеры. Это грантовые программы федерации и области. Вот мы начали с Варнаевского района, вот она работает там 3 года. По вашему поручению. Да. И уже 7 фермеров работают. Впервые выявлены посевные работы в этом году, весенние полевые. Уже молоко получаем там и даже поддержку по молоку за первую картошку. Давайте мы завершим, потом придем. Ага, хорошо, ладно. Да. Оставьте, Николай. Нет, давайте, нет, все не будем. Что значит? Очень мясо. А это что, картошка, да? Это уже с крепостью. Да. Еще сразу одну. Нормально. Я буду еще. Добрый. Есть домашнее пиво, есть виноградное свое виноградное вино. Министр попробует, если через 10 минут я буду. Хорошо. Это домашнее вино настоящее. А я пивовар по специальности, сейчас продегустируем. О! Еще? Есть еще, да? Есть. Это хозяину. Понял, да. Да. Сельхозакадемия, пресс-служба, я для вас передал, вот бумажку. Да. Сейчас перейду попозже. Хорошо. Такого пива даже Мюнхен не пробовал. Нет, оно еще у них не доходило. Сейчас закрыли крышу. Валерий Павлович, попробуйте перейдем. Только сейчас зажарили. Заходите, пожалуйста. Да, это. Перепелочку. Кстати говоря. Перепелка. Ребят, еще, ребят, тоже. Тоже из перепелки. И хлеб свой. Понятно, очень нежный. Великолепно. Ну не должно неплохо известно. Сейчас, да, Валерий? Ну как они разве могут плохо известно? Лаком Ступушкин, да? Можно из чего угодно плохо сделать. Просто, если я оттуда разбираюсь. Спасибо, очень вкусно. Удачи вам. Спасибо, со временем. Спасибо.
Продегустируем, ребят. Я вот перепил вкуснее. А, я сельхозкадемия, я попозже подойду, пообщаюсь. Так, а это как же взять? Можно тарелки? Да. Да. Хорошо. Оставайте здесь, а работа? А работа? Да. Может быть, нам лучше телефон? Нет, вопрос в чем? Вы хотели доехать до места, она сказала. Что же я обратно узнал? Что себе? Узнал бы половину. Вот там полно, все. Нам не дадут. Дадут? Ага, это надо штык возвращать. Пойдем, договорюсь. Пошли. Штык возвращать. Пошли, пошли. Вы территориальным нижним? Так мы, я у вас был, по-моему, помните меня? Я уж извиняюсь, не подъехал туда. Я все прекрасно помню. Мы еще в мусульманский праздник попали, помните? Лошадь ваша красивая. Я даже деревню себя не был, поэтому. Сейчас визит поставлю, попозже подойду. Вот соусом очень вкусный. Попробуй соус. Спасибо. Сейчас буду рада. Пожалуйста, я через полчаса буду. Обязательно. Есть больше щипаний. Маленечко раздвинулись. Здесь какая-то очередь большая. Здесь так, здравствуйте. Большая очередь у вас. Чувствуется, что что-то такое вкусное. Ну, что хотели мы посмотреть. Маленечко подвиньте вправо, пожалуйста. Валерий Павлович, а сделайте, пожалуйста, нам. И не забывайте про нас в прошлом году. Мы же оборудование делаем вам чай. Он идет на ура. Это вот свежее, этого года. Смотрю, у вас дело идет. Слава Богу. Выйдите. Я тоже вам желаю всего самого доброго. И чтобы... Кстати, вас свежими точками угостить свежими. Твердый, крепкий, продолжаем. Валерий Павлович, крестьянско-фермерское хозяйство «Балдин», Михаил Васильевич, Семеновский район, тоже победитель гранта, пчеловод наш знаменитый. Спасибо, спасибо. На грант купил племенных пчел, у нас нигде нет, в области о него есть, и вот сейчас развивают. Племенными, не племенными. Ну, это чистопородная среднерусская пчела. Не, Юрий Михайлович, все о пчелах рассказывал, но вот это городка. Районированная наша пчела, среднерусская. Значит, я купил 100 пчелосемей в Академии пчеловодства специально. Основал пасеку, вот здесь вот вы смотрите, это 150 семей, 100 семей племенных. Сейчас я, значит, уже делаю пчелопакеты. Продаю по району, вот пчеловод привез образцы, все. На этой... Семью можно смотреть. Да, пожалуйста, вот, 2500 пчелопакет. 2500. Чистопородная. Значит, на моей базе можно вот сейчас вот, можно создать в нашем регионе племенную пасеку. Я так думаю, что нужно только 207 пчел семей. Есть задумки. И что будет как бы база племенной у нас в нашем регионе как раз. И есть закуплено все оборудование. Мед-то куда продаете? Мед я продаю пока вот где-то 3 тонны всего, где-то как меду сейчас. Я реализую, у меня разбирает на дому. Ну и вот, нет, трудности есть с медом, да. Но так как мед хороший, у него-то нет, лесная зона, разбирает на дому. Сколько семья одна тебе рекорд дала?
120 килограмм собирал, так, 120-90. Ну, рентабельность наступает при каком количестве улей? Нужно. Классику. Ну вот в Японии, 200, 300, если в Японии, например, фермер держит 100 семей, и если он берет все, ну, Япония, там другая все 14 жизнь. Номинований продукции из семьи, то он живет вот богато. Вот у нас сколько много семей? Нормально. Для родового пчеловода 60 семей надо держать. Но мне, например, не интересно. Нет, когда для себя это понятно, а когда вот, чтобы уже бизнес был нормальный, рентабельный. Ну, что-то семейное. Оборудование, я все закуплено. Закуплено оборудование, все, на базе, все, значит. Педагонка на 120 граммов. За 8 минут 150 килограмм. Я помню, в детстве ручную себя крутил. Ладно, спасибо. Вы еще придете. Спасибо большое. Сейчас, минут 5. Я оставлю, подойду попозже. Техника происходит на ноги здесь, вот, на опытные делянки посеяны через дорогу. Вот это павильон пищевой перерабатывающей промышленности. 15 предприятий у нас здесь выставлено. Здравствуйте. Нам в ресторане. Праздником. Людмила Владимировна, видите. Да, здесь все вкусно и красиво. Очень вкусно. Наши новые недели продаж. Переходим на здоровые питания, только включенные. Обновление. А дела идут, да? Ой, ну не сейчас. Добро, спасибо. Не подходите. Мне не слышно, здесь в стране. Там не пролазит. Конечно, как всегда. А что там тебе сказать? Ну, блогер. Я знаю формат лайф, да.